Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Вновь в эфире программа «Подмосковные вечера». Вновь мы в нашей замечательной беседке. И у нас сегодня замечательные гости. Главное женское действующее лицо мужского сериала. Я имею в виду, конечно, по составу участников знаменитой саги о ментах. У нас в гостях питерская актриса Анастасия Мельникова. Ну, это в миру Анастасия Мельникова, а в сериале Анастасия Абдулова. И вот я, когда сегодня готовилась к программе, мне действительно очень сложно было вот перейти Анастасия Мельникова, Анастасия Абдулова, потому что настолько уже с образом ассоциируется лицо актрисы, и уже тяжело. Так что вы меня извините, если я вдруг сегодня буду переходить на фамилию образа. И все-таки популярность, она пришла именно с этим сериалом или это все случилось раньше? Нет, только с сериалом. И я безумно ему за это благодарна, потому что сколько бы ни говорили, что вот театральная актриса, она может состояться. Да, она может состояться, но это все... Я 7 лет до сериала работала в драматическом театре, причем в ведущем театре в центре города, в Питере, и было достаточно много главных ролей, но, естественно, никто не знал, никто не узнавал. Знал узкий круг интеллигенции, людей, интересующихся театром, которые ходили в этот театр. Потому что в последнее время, к сожалению, театр очень мало ездит на гастроли. Если бы не этот сериал, конечно, ничего бы этого не было. Я безумно им благодарна, потому что это совершенно другая жизнь. Она такая интересная, такое количество и за счет съемок. И мы ездим, снимаем же постоянно в настоящих, у нас никаких декораций нет. Все снимается в реальных. Если это больница, это больница. Если это отделение милиции, это настоящее отделение милиции. А вследствие того, что вот сейчас есть какие-то гастрольные поездки, я никогда в жизни не увидела той России, которую безумно люблю. И я абсолютно русский человек до мозга костей, и я никогда бы не увидела, если бы не этот сериал, если бы вот не эти творческие встречи, с которыми мы ездим. А насчет того, что я Абдулова, да, конечно, Абдулова, на мое счастье, все-таки, когда на улице узнают, говорят, а вы Настя Мельникова, я безумно зрителям за это благодарна, потому что очень страшно, чтобы вот прилип какой-то вот такой штамп и ощущение, что вот кроме этого ничего в этой жизни больше нет. В этой жизни очень много еще всего есть, просто на сегодняшний день основа жизни – это вот этот сериал, который уже, знаете, стал, он, это не столько работа, сколько какой-то образ жизни. Ты вот туда приходишь, это такое удовольствие, такие удивительные люди вокруг. Я имею в виду и артистов, и всю съемочную группу. Как-то это все, когда такое количество времени люди вместе, уже какая-то притирка произошла, как в любой нормальной семье. Я же не говорю, что у нас все так идеально, мы все такие хорошие, никто ни с кем не ссорится. Естественно, как в любой нормальной семье есть все. От этого это так живо, это так хорошо, это так удивительно. Ну, а сам сериал, он как-то уже пересекается с жизнью, вот с реальной жизнью Насти Мельниковой? Да, абсолютно. Мне кажется, что одна из причин успеха этого сериала в том, что очень много... Я не говорю о потрясающем обаянии этих мужиков, на котором вообще все держится. Очень многие ситуации из жизни, когда дается сценарий, мы практически никогда не говорим словами сценария. То есть берется ситуация, и уже своими словами все это разыгрывается. Очень часто какие-то моменты наших личных отношений из жизни, они переносятся на экран. То есть моментально на площадке рождается какая-то сцена, которая входит в сериал. И от этого какая-то такая живость в этом есть. Мне это так все нравится. А у меня на сегодняшний день вообще, по-моему, все с этим связано. То есть постоянно все, весь свой ритм жизни ты подстраиваешь под это. Ну, а какой-то вот из импровизационных таких памятных эпизодов сейчас не можете припомнить? Так, или по заказу? Так, по заказу этого не бывает. Мне когда говорят, я единственный вопрос, который каждый раз вызывает, знаете, такой сразу негативный стопор, потому что говорят, расскажи что-нибудь смешное. Вот как смешное, так и такие ситуации, они либо в какой-то беседе возникают, тогда они смешные. А тот же самый анекдот, который я рассказываю в другой ситуации, люди сидят, как бы никак не реагируют. Поэтому если что-то по ходу вспомнится, я это сразу расскажу. А не бывает такое, что люди на улице обращаются к вам именно как к персонажу с какими-то проблемами, именно вот милицейского очень плана. Часто было, что зритель абсолютно уверен, что мы работаем в милиции. И что мы не артисты, вот люди, которые не в Питере, не в Москве, как, когда вот нету всей этой прессы, которая достаточно много уже все-таки выходила интервью, и как вот какая-то такая наша личная жизнь, общественная, она все-таки на виду сейчас. И люди, которые не читали, не знали, подходят и говорят, что вот, ребята, вот вы, наверное, в милиции работаете, и вот с просьбами обращаться другого характера, когда отнимают права у кого-то за нарушение каких-то правил дорожного движения. Когда кто-то попадает в милицию, то, конечно, вот в этих случаях люди обращаются. И что вы при этом делаете?
Ну, если это не какое-то криминальное нарушение, если это, ну, со всеми бывает, со всеми случается, что-то не там оставил машину, ее везли на штрафстоянку, когда вот такого рода нарушения, которые не с принципиальными вопросами, какими-то общечеловеческими, не против каких-то общедоступных норм, то, конечно, мы едем в милицию, и ребята всегда удивительно встречают, понимают, идут навстречу и помогают. У вас замечательная, насколько я знаю, актерская профессиональная подготовка. И вот при всем, при том, то есть вы сами исполняете трюки. И, кстати, мне об этом чуть-чуть попозже хотелось бы поговорить тоже. И все-таки при всем при том, вы стажировались и в движении, и в пении, и американская стажировка замечательная, и аспирантура актерская. И все-таки, насколько я знаю, вы попали в сериал случайно. Это действительно так? Абсолютно. Ну, не как то, это произошло? Знаете, как все случайности, это как бы ряд закономерностей, наверное. В сериал я попала действительно случайно. Я, когда вышла замуж, я вообще ушла из профессии. 3 года не работала. Через 3 года я вернулась в театр, но не снималась. В течение лет 7-8. По семейным обстоятельствам, и по разным. И в то же время я попала в то не очень удачное поколение артистов, когда у нас кино почти не снималось. Поэтому тут, видимо, все это вместе вот сложилось в эту большую паузу. А потом моя очень близкая приятельница, художник по костюмам, Наденька Васильева. Она обладатель Ники, удивительно совершенно тонкий художник. По совместительству она жена Балабанова, поэтому вот это про родов и людей, это ее костюм. Ну, брат один, брат два, естественно, она очень хороший художник. Она попросила своего близкого приятеля Игоря Москвитина, который был вторым режиссером на «Ментах». А это была его, как же эта серия называлась, я сейчас не помню, про стажеров серия была, что вот Игорь, вот у меня есть подруга Настюша, она в театре сейчас очень много работает, очень много там и главных ролей, таких и сяких, а вот ей хотелось бы не отвыкать от камеры, все-таки, чтобы какой-то тренинг нужен, потому что у нас, как у, я вот сегодня уже говорила это в газете, в интервью, что у нас как у артистов балет, артист, который не работает, он профессионализм теряется, этот тренинг должен быть постоянный, и психологические, физические, разные. И говорит, я тебя умоляю, чтобы она просто не отвыкала от камеры, чтобы она не боялась камеры. Ты не мог бы ее снять в каком-то просто вот эпизоде, чтобы человек вернулся к профессии. В театре кино это 2 разные совершенно профессии, совершенно по-разному там работаешь. Он говорит, да ради бога, вот у меня 3 мальчика-стажера, давай один будет девочка, это абсолютно не проблема. И я вот так пришла на один эпизод, и на мое счастье, потом через несколько серий, когда ему снова дали снимать, он вдруг вот продлил эту ниточку моего персонажа, что меня после стажировки, поскольку оказалось, что не я была предательницей, то меня в эту компанию взяли. И вот тогда я появлялась там раз в 6-7 серий, потом какие-то другие режиссеры стали потихонечку брать. И на мое счастье, сейчас я практически в каждой серии. Там где-то меньше, где-то больше. Конечно, безумно обидно, такой эгоистический момент срабатывает, что хочется, чтобы было больше, чтобы было интереснее. Но есть это, и слава богу, дай бог, чтобы было хотя бы столько же. То есть персонаж поменял пол благодаря вам? Да, да. Но я, насколько знаю, вся мужская часть ментов, она имела свои конкретные прототипы и конкретные лица. А у вас, наверное, в таком случае прототипа нет? У меня прототипа нет, у меня такой получился собирательный образ. Просто в силу жанра там нельзя ничего играть, выстраивать характер. Это все не те условия, не тот жанр, не то время, не те деньги. Это снимается за небольшие деньги, за 6 дней снимается серия. О какой психологической линии там может идти речь? Там нужно просто профессионально, органично существовать в кадре. То, что да, это там не я. Я вот Настя, я другая в жизни, у меня другая манера говорить, у меня очень многое другое. Но в основном, конечно, это вот то, как это происходит в жизни. И я, когда снимаюсь в милиции, я несколько раз видела женщин-следователей, которые там работают. И вот какой-то, вот эта гладкая голова, это абсолютно слизано вот вчистую стояла следователь. Единственное, что она курила. Она стояла, это меня поразило. Когда мы с ней стояли, разговаривали, мягкие, удивительные глаза. Мы спокойно с ней о чем-то говорили. И вдруг ее кто-то что-то спросил профессионально. И как вот эта сталь вдруг появившаяся, даже не в голосе, а вот в мышцах лица, в глазах, во всем. И вот это какая-то... И я понимаю, что вот это уже не она. Вот у нее... И вот эти вот моменты я стараюсь улавливать. Потому что вот когда мы работаем, мы же работаем не только на съемочной площадке. Наша работа заключается в том, что ловить вот эти
эти моменты, ведь как люди ходят, как люди смотрят, как они относятся к той или иной ситуации, как они на что-то реагируют. И максимально в нужный момент это вот все туда куда-то все закидываешь, и тело, и психика, и нервы, они в какой-то нужный момент это вспоминают. Вот где-то я видела это. Поэтому это все получилось такое вот слепленное. Или когда, опять-таки, мы ездим с творческими вечерами по стране, и потом, естественно, что люди, милиционеры куда-то приглашают посидеть, поговорить, хочется же вот исследователей. И очень много женщин. И вот я сижу всегда, даже за столом смотрю, как они разговаривают, что они говорят, какая-то вот специфика существует для разговора. Поэтому это вот так вот постепенно-постепенно все слепилось. И еще, конечно, от общения с ребятами, вот от живого, то, как они ко мне в жизни относятся, мы стараемся это все переносить, чтобы какие-то ситуации возникали вот эти. Насколько я знаю, мужскую актерскую половину все-таки готовили к работе в сериале. Именно вот по линии милиции они работали и в следственных каких-то вот там изоляторах. Ну, а как ваша подготовка, она как-то осуществлялась? Мы снимаем, подготовки нет, поскольку я пришла просто вот на одну серию должна была уйти. Uh-huh. А когда уже начали снимать, то поскольку мы снимаем в настоящей милиции, да, я просила, меня водили во все эти следственные изоляторы, водили. Это очень страшно. Это просто очень страшно. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые там работают, потому что это очень... Извините, что я опять повторюсь, то, что я сегодня говорила уже утром, наверное, это будет повтор, но как при этой жуткой работе они остаются такими добрыми и хорошими людьми, меня это поражает, потому что мне физически стало плохо, когда я осталась в этой комнате для допросов, меня закрыли, потому что мы не имеем права там находиться, просто опасно, когда будет преступников, они обязаны закрыть. Вот этот прикрученный стул, и никого нет. Мне просто физически стало плохо. Конечно, чтобы это сыграть и чтобы достоверно вот это существовать, через это надо пройти. Это как бы часть моей профессии, я должна через это проходить. То же самое, когда мы снимаем в больнице и в настоящей больнице. То же самое, когда мы снимаем в морге, это настоящий морг. И когда тебе нужно ходить мимо каталог, когда лежат мертвые люди, да, это кощунство. Но это, к сожалению, часть моей профессии, я обязана это делать. Ну, что делать? Ну, в каждой профессии есть какие-то удивительные, сказочные стороны. Есть вот эта сторона. Эмоционально тяжело, но все равно, вы поймите, это опять-таки дает багаж на какую-то следующую роль дальше. Потому что вот этот ужас и страх, особенно когда ты прошел через то, что ты хоронил своих близких, дорогих людей, то моментально, когда ты это видишь, или вот этот вот запах, он же все чувства, все эмоции, они тут же просыпаются, они... Но все равно это какой-то негативный момент, но он нужен, потому что когда ты играешь что-то и это вспоминаешь, это очень помогает, это в театре может помочь, это в другой роли в кино может помочь, это нужно, это необходимо. Вот в этом подготовка была. Подготовка была у меня очень хорошая и у нас в театральном институте, вот как вы сказали, в Америке, потому что я не отказывалась ни от чего, я не отказывалась ни от каких классов, которые как бы мне предлагались. Я безумно люблю конный спорт, я безумно люблю кататься на лошадях, я безумно люблю водить машины. Это, я не считаю, что это как бы мой плюс. Я считаю, что для актера это норма. И я как бы очень удивляюсь, когда говорят: ой, Настя, ты вот это умеешь. Ой, Настя, у тебя вот там физическая хорошая подготовка. Как она? У артиста может быть плохая. Это наша работа. Да, есть гениальные артисты, которые не могут сделать шага. Но они так потрясающе играют, что они сыграют тебе любой танец, не двинувшись пальцами. Это тоже может быть. Но, как мне кажется, все-таки подготовка должна быть общей. И лучше уже что-то откидывать, чем пытаться найти какой-то способ, как выйти из этой ситуации. Все можно найти. Я же не говорю, что существуют какие-то каноны. Никак не хочу ставить такие точки над «и». Я говорю, как мне кажется, как я это изнутри чувствую. Для другого человека это не подходит. Вот всяческая популярность, она обрастает вокруг такими слухами, байками. Вот это действительно или это все-таки байка о преследовании на 120 километрах в час на оживленной улице? Нет, вот именно, это не погоня... байка, это было и... Это снималось на Васильевском острове у нас в Петербурге, и мне было... Сначала должен был быть каскадер. То есть это действительно вы? Это абсолютно я, и я... Но это такое удовольствие доставляет, потому что у меня был текст, который я должна была сказать Лёше. Не забыть. Я понимала, что передо мной едет машина, мне было сказано, что между нами только 1.5 метра, и вот он будет вилять влево-вправо, и по 50 сантиметров либо направо, либо налево, потому что перед ним ехал Рафик с привязанной камерой. То есть если только я уйду за него, то меня уже будет не видно. И когда у тебя в голове, это же так, мне действительно было искренне интересно, когда тебе нужно думать о том, что, во-первых,
камера тебя видела. Во-вторых, ровно 1.5 метра между. В-третьих, Лешеньке Нилову я должна вовремя дать реплику, чтобы он ответил свой текст. В-четвертых, потом в какой-то момент подключается сзади милицейская машина, я должна от нее в зеркало отреагировать, что за нами гонится, чтобы сказать следующую реплику. Но это в-пятых, движение не перекрыли. И это все по оживленной трассе. То есть, когда это так интересно, это мне доставляет. Да, это опасно, но когда закончилось, когда весь день проездила так на машине, совершенно безнаказанно, потому что знала, что у меня сзади машина милицейская, впереди машина милицейская, как бы ничего не будет. Дальше я сажусь на свою машину, съемка закончена, я еду домой. Но от усталости я не выключилась из того, что я как бы уже не снимаюсь. И эти же 120 по рельсам я поехала на дачу. Ну, естественно, что я доехала до первого инспектора. И мы с ним вместе хохотали, говорю, ради бога, извини. Ну, вы же, наверное, по рации слышали, что были съемки. Но вот этот момент, опять-таки, видите, как уже работа, она перехлёстывается в жизнь, ты уже в зашкале, так же 120 летишь, ничего не понимаешь. Но на наше счастье, как бы, милиционеры узнают и простили меня. Ну, что делать? Ну, вот такие они хорошие, добрые и душевные. Вообще, когда останавливает инспектор, происходили какие-то такие как казусы с милицией? Ну, казусов как таковых. Казус был... Я в жизни вообще не крашусь поэтому, поскольку просто в силу профессии от того, что лицо устает. Не потому, что я считаю, что я такая, что мне краситься не надо. Надо. Это ужас, когда некрашенная хожу. Это некрасиво, это ужасно, нужно за собой следить. Но из-за того, что мы же снимаем 2-3 серии в месяц, то есть 6 дней, 2-3 дня перерыв, 6 дней и опять, и плюс еще вечерние спектакли. И от постоянного грима, конечно, лицо очень устает, и я не крашусь просто в силу того, что лицо жалко, а мне им работать надо, в том числе им. И как только гладкая голова и хоть малейший грим, совершенно естественно, что узнают. Но в жизни я, вот как мне говорили, надеюсь, что это так, что я совсем другая, чем на экране, поэтому, конечно, когда без краски не узнают, не всегда узнают, и меня останавливает инспектор, что-то я быстро ехала по городу, нельзя было так ехать. Он берет мои права, на меня смотрит, говорит, где вы взяли эти права? Я говорю, это мои права. Он говорит, вы знаете, я вот эту девушку знаю, а вас нет. Где вы взяли эти права? Я говорю, молодой человек, я вам клянусь, просто 2 часа ночи, я еду с работы, я сегодня работаю с 8 утра, это я так плохо выгляжу. Он говорит, о чем вы мне говорите? Дайте ваш паспорт, я вас сейчас арестую, ну, задержу, потом не арестую, какое-то другое слово. Говорит, покажите мне ваши права. С одной стороны, безумно трогает, а с другой стороны, я приезжаю, говорю, мама приедет. Мама говорит, а я тебе говорила, нельзя за собой не следить. Говорит, ты посмотри, что... То есть человек не верил, ну вот ни в какую, я ему показывала паспорт, все, говорит, ну это вы... Настя, этого не может быть. Ну, не может этого быть. Вот ее знаю, вас не знаю. Вот какие-то такие моменты, конечно, постоянно случаются. А так, в основном, если не по мне, то по правам узнают, потому что там зачесанная голова. Потому что обычно я все-таки хожу с распущенными, завитыми волосами в жизни. Поэтому это все совсем другое. Сколько еще предполагается снимать ментов? Мы в прошлом году подписали договор на 78 серий, то есть 3 блока по 26 серий. Вот сейчас закончился первый блок 26 серий, нас отпустили на 2-3 недели. И если все нормально, то с 12 числа мы начинаем «Менты 4», вот следующий блок. Это будет 26 серий и плюс еще 52 впереди серии. Если все будет в порядке, не будет никаких, вот как мы весной стояли достаточно долго из-за всех проблем на НТВ и с переходом с одного канала на другой. Если не будет вот таких каких-то войны, проблем на канале, еще чего-то, то дай бог 52 серии еще будут. Вот впереди еще 52 серии. Такая красивая женщина в кадре. Ой, спасибо. Почему нет романов на производстве? Ну, это мы такое? Все время... В жизни или на экране? На экране, конечно. На производстве, но в жизни или на экране? На экране мы все время об этом просим, и просим сценаристов, потому что зрителям, кроме какой-то деловой части, естественно, интересно какие-то взаимоотношения наши между собой, ментов и так далее. Мы несколько раз с Лешенькой Ниловым тянули эту серию. Я несколько раз уже в интервью рассказывала, когда снимала сцены его свадьбы, и причем это вот те моменты, которые я говорила, которые рождаются прямо на площадке, когда никто об этом не знал. И все гости его подходят, поздравляют. Я дождалась, когда вот уже все прошли, с одним цветочком подхожу, так даю ему цветы и говорю, поздравляю тебя, Андрюша. И Лешка, как фантастический артист, который ловит и чувствует все, он также вот схватился за этот цветок, уставился мне в глаза, и мы стоим вот так друг на друга смотрим, глаза в глаза. Причем режиссер кричит, снимайте скорее, потому что камера вот так вот по кругу ездила, как все. И мы стоим, смотрим, и вот в глазах, ну теперь-то ты понял все, что ты теряешь. И вот мы стоим, причем девочка, которая играет жену его, она на самом деле смотрит, что что-то происходит не то, она заволновалась, и получилась такая чудная живая сцена. Ну вот так же в жизни оно и бывает. Но когда люди нам говорят, нет, вот российский милиционер,
примеру, не может так, что вот на собственной свадьбе он уже на другую женщину смотрит и за ней побежал. Такого быть не может. Я говорю, как не может быть? Почему? Кто вам сказал, что не может быть? Ну, вот как бы это не соответствовало тому образу и характеру, который за несколько лет сложился вот Ларри, что весь такой правильный. Я считаю, что это абсолютно неправильно, потому что когда была серия, забили его друга, репортера, до смерти бандиты, и когда приводят этого бандита, и мы узнаем, что это он, и Ларин срывается, его избивает, как зверюга, то есть то, что в любом человеке может быть вот этот зверь и какой-то негатив, я считаю, что это правильно, это должно быть. Не бывает идеальных людей. Все мы в чем-то хорошие, в чем-то плохие. Просто в силу чего-то мы, наверное, каких-то вещей мы сдерживаемся, все, но вот этот вот порыв, и мне кажется, что вот такая история была очень интересная. Потом была серия «Неоправданное применение», по-моему, когда мы делали, что и я его отвожу, когда его арестовывают, я вместе с Соловцом еду, его сажаю на решетку, когда у него запой, мы приходим, я начинаю за ним ухаживать, и Лешка говорит: «Настюша, давай сделаем, что вот ты меня заставляешь, Андрюша, ты забираешь у меня стакан, ты ведешь меня в ванну, ты меня отмываешь, чтобы был какой-то момент, с чего вдруг?» И мы это все вырезали, эту линию всю опять убрали, что вот не может быть, что люди несколько лет работали вместе, и вот вдруг это возникло. Кто вообще эти правила и каноны установил? Когда это может возникнуть, не возникнуть? Мне говорят: почему ты пошла в театральный институт? Я вам никогда в жизни этого не отвечу. Все было против. Я вот просто хотела, и я поняла, что я без этого не могу. Меня спрашивают: почему ты любишь этого человека? Люблю, все. Вот люблю. А если я только начну разбираться, за что, почему, как, мне кажется, что вот уже когда голову включаешь, что вот уровень... Я вот, мне сегодня хорошо, я вот этими страстями живу, и поэтому мне кажется, что вот это линия, ну, хорошо, не подходит Ларин. Мы предлагали, что он какой-то последствий. Я говорю, последствия мне меньше нравятся, объясню почему. Потому что уже несколько фильмов, несколько сериалов на эту тему было снято. Что вот роман с последствием, следователь, а он... И это уже было, это уже хочется чего-то необычного. Просим все время, но сейчас со сценариями вообще довольно сложно, когда нам говорят: нет хороших сценариев. И я не понимаю, почему нет. У нас такие есть удивительные, талантливые, интеллигентные люди, которые пишут. Я по статьям в газетам вижу, что потрясающий слог есть у людей. Даже с теми журналистами, с которыми я сталкиваюсь. Мне очень везло, у меня очень мало есть статей, которые как бы вот меня категорически не устраивали. Да, есть люди, которые пишут от себя, причем даже со мной иногда не разговаривают. Когда я позвонила одному корреспонденту, когда она вдруг написала, в прямой речи, я была в страшной автокатастрофе, долго была между жизнью и смертью. Я говорю: Наташа, простите, я когда-нибудь вам это произносила? Нет. Я говорю: так а какое вы право имеете писать? Мне ваши девочки-подружки в театре сказали. Я понимаю, что существует и этот момент, когда человек просто наслушался и пишет, но существует же очень много других людей, которые удивительным языком пишут. Почему это не написать? Почему не написать красивую романтическую историю? Я не понимаю. Точно так же, как сюжетных линий нам говорят ребята-милиционеры: приходите с диктофоном, мы вам начитаем кучу дел. Где это? Не понимаю. Очень хочу, чтобы было, чтобы был какой-то вот этот живой момент. Очень этого хочу и прошу все время. Дай бог будет, все-таки 52 серии, дай бог что-нибудь придумаем. Мы начинаем снимать серию, как в милиции, и вдруг я слышу, что звонят хозяева, которые предоставляли свою квартиру, говорят, что, к сожалению, в те дни, когда нам нужны съемки, они ее уже не могут предоставить. И в панике режиссер, потому что директор: серия уже началась, все, подготовительный период прошел. Я говорю: так а что нужно? Настюша, нужна ниша, в которую вмуровать мумию. Ну кто нам сейчас даст долбать... Какой, говорит, сумасшедший, да, там, долбать свою квартиру. Я стою и говорю: я. Они, значит, говорят: в каком смысле? Я говорю: ну, пока меня гримируете, вот вам ключи, съездите, посмотрите. Там долбать ничего не надо. Там есть просто, я когда вот эту комнату освобождала, я по Адаминевским пошла по лепке, увидела, что комната гораздо больше, и нашла вход. То есть с той комнаты, с ремонтной, когда стали снимать штукатурку, то там вот эта вот ниша, и оказалось, что вот вход там должен быть. И говорит: Настюша, так там же делать ничего не надо. И просто чудо в том, что вот эти все перегородки строились после войны, в 50-е годы. Угу. По сценарию в это время, то есть там 40 лет назад, эту мумию замуровали. То есть у меня кирпич, когда этот проход закрыт, 50-х годов, то, что нужно художникам. Вот с такими глазами приходят художники, говорят: Настя, там даже кирпич привозить не надо. Я говорю: доберите вы ее заклад. Говорит: ну можно, мы тогда приедем накануне, чтобы все-таки пока мы эту мумию будем делать.
Счастье, что я увидела, как ее делают. Потому что, когда я вошла домой и увидела коробочку, на чем было написано «череп человеческий в натуральную величину», я еще выдержала, я коробочку не открыла. Но когда они привезли такую просто деревянную основу, которую одели и замотали тряпками, а вот череп, гримеры, там, волосики, остатки, руки, все это делали при мне. Но когда я вошла и увидела это целиком, это было абсолютно естественно и нормально. Я осталась, когда все уже ушли, я осталась одна, я ложусь, мне не уснуть. Я к нему, значит, захожу, говорю: Масик, ты только, я тебя умоляю, ты учти, вот это две ремонта, это твои комнаты, ты вне, вот там моя комнатка. Мы с тобой договорились, ты живешь здесь, я там. Потому что сколько бы ни видела, все равно эмоционально это все настолько было естественно сделано, что просто страшно, физически страшно, сидит там это чучело. Но, конечно, сейчас это уже все так смешно, и там до сих пор это такая впадина осталась, пока эту комнату еще не дадим. Вот сейчас, дай бог, все уже, вот с ноября, дай бог, я начинаю ее делать. К сожалению, время нашей программы неумолимо, просто неумолимо подходит к концу. Сериал «Менты», по данным Национального института социально-психологических исследований, собирает у экранов более 1 300 000 зрителей. Это приблизительно на 500 тысяч больше, чем репортаж о матче сборных Франции и России. Бешеная популярность. И героиня этого сериала, главное женское действующее лицо, как я сказала, начиная нашу программу сегодня, была в нашей студии. И в заключение мне бы хотелось предоставить слово нашей гости, лицо которое стало уже родным, дорогим и близким многим-многим нашим зрителям. Спасибо вам за то, что вы пригласили меня сюда, потому что, как я уже говорила, я очень люблю Россию, я ее хочу знать и изнутри, я хочу ее видеть. И когда ты приезжаешь и понимаешь, что и здесь такие какие-то радостные, удивительные, спокойные лица. У меня у вас в городе поразил какой-то вот такой покой, чистота и порядок. И мы буквально чуть-чуть сейчас проехали по улице, мы как мне сказали, что это еще не центральные улицы, но этот какой-то парк удивительный. Может быть, я попала еще в такое время хорошее, когда так красиво. Спасибо вам огромное, и мне действительно безумно приятно. Я думаю, что вот те слова, которые я сегодня услышала, я это расценю как такой аванс, и дай бог мне когда-нибудь оправдать то доверие, те удивительные слова, которые вы мне сказали, но вдруг получится. Спасибо вам огромное. Спасибо большое нашей гости. Сегодня в нашей дачной беседке была актриса из Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Вы смотрели программу «Подмосковные вечера». До встречи!